Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset Info. Перед нами устройство Xiaomi Redmi Note 9T. И в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять размер текста на данном устройстве. Если текст здесь слишком большой или слишком маленький, и вы хотели бы изменить его размер, то все делается через настройки. В настройках мы листаем до пункта «Экран», нажимаем на него, листаем снова вниз, выбираем пункт «Размер текста» и видим вот такой вот ползунок, который мы можем тянуть вправо и увеличивать текст, тянуть влево и уменьшать. По умолчанию здесь стоит текст S, то есть S — это размер шрифта по умолчанию. На этом моменте мы будем заканчивать. Больше видеороликов о данном устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. Пока!